Я просто не успел на встречу. Я в форме был. Это вам подарок. Адагайзер для стола. Он сам сделан на 3D-принтере. На стол вот так прикрепите. А, я понял, да. Я понял, да. И ручки можно ложить. Это был его проект научный. Ты расскажи, почему научно ты стал это создавать? Научно-практический, да? Да, практически, правильно, правильно. Вот я уже научился еще. Да. Просто на парте, знаете, всегда бывает беспорядок из школьных принадлежностей, и ты на них отвлекаешься и не успеваешь. Вот мы с папой сделали, спроектировали такой органайзер, и я для всего класса его распечатала. Молодец. Как тебя зовут? Салим. Успехов. Папе привет. Хорошо, поработали.